Народ молится Богу о здравии актрисы, а ее родные не находят себе места. 3 года назад жизнь прекрасной няни превратилась в сущий кошмар. Врачи вынесли звезде суровый приговор – рак мозга, который совершенно не дает шанса жить полноценно. Причем Анастасия Заворотнюк стала получать сигналы об ухудшении здоровья еще в начале 10-х годов. Тогда никто не мог даже предположить, что все обернется настолько трагически. Недуг последовательно портил красоту звезды. Легкие недомогания превратились в мучительное головокружение, обмороки актрисы сказывались на общем тонусе организма. На голове возникали странные высыпания, воспалительные элементы. А кожа на шее уродливо сморщилась, как печеное яблоко, в отличие от подтянутого лица. Кстати, такую шею я видела у Жанны Фриске, когда она подошла ко мне близко. И сейчас при этой ассоциации холодею от ужаса, поведала помощница Заворотнюк.